Жуткая находка взбудоражила жителей Нижнего Тагила. В сугробе на остановке общественного транспорта было обнаружено тело 12-летнего подростка. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной смерти школьника. На теле мальчика не обнаружено следов насилия, но по данным судебной медицинской экспертизы, предварительной причиной смерти стало отравление ядом. Скорее всего, подросток надышался газом, баллончик нашли рядом с ним. Следователи сейчас опрашивают родителей и знакомых погибшего, а также мужчину, который нашел тело. Между тем, специалисты заявляют, что случай этот не первый. С конца 2012 года из-за нового вида токсикомании в Нижнем Тагиле погибли уже трое детей. Сейчас, в настоящее время, как бы у молодежи сменилось вещество, которое они нюхают. Если они раньше нюхали клей, но вот сейчас они нюхают газ. Вот, то есть, как бы это их новый тренд.